Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 30 декабря 2022 года. Сегодня в Одессе на улице Дерибасовской открылась новогодняя елка. Главная новогодняя елка Одессы. Долгое время власти города не могли определиться относительно того, будет ли елка стоять на Дерибасовской в этом году или нет. Сперва сообщали о том, что елки не будет. Но буквально за несколько дней до Нового года решение ихнее почему-то резко изменилось, и елку все-таки решили поставить. Поэтому одесситы в этом году Новый год будут встречать с новогодней праздничной елкой в центре Одессы на улице Дерибасовской. Там во многих регионах тоже идут, так сказать, распри относительно того, ставить ли елку, не ставить. Некоторые области, города говорят о том, что елки нельзя ставить в этом году, елки не будет. Я, честно говоря, не знаю, как в других регионах, но вообще не понимаю, почему у нас там задумывались относительно того, ставить елку или нет, какие толпища людей собирались каждые выходные, практически каждый день на Дерибасовской. Вы знаете, я выставлял видео летом, там каждый день были танцы, пляски, гулянки, огромное количество людей собиралось, так это практически каждый день, но выходные там вообще не пройти. И в чем причина, почему сейчас нельзя было поставить елку? Почему они вообще задумывались и вообще долгое время думали ее не ставить? Поставили уже буквально за считанные дни до Нового года, я не знаю, если честно говоря. В чем опасность? Летом не было опасности, осенью не было опасности, когда там ходили толпы людей. Нельзя было продвинуться на той Дерибасовской, а вот зимой почему-то елку хотели не ставить. Не знаю. Поставили, и уже хорошо, и уже спасибо. Хоть какое-то будет немножко новогоднее настроение, несмотря на то, что в нашей стране идет война. Ладно, всем хорошего вечера. В Одессе день прошел спокойно, было у нас парочку воздушных тревог, но тем не менее обошлось все без прилетов, без взрывов. До встречи, друзья, в новых видео. Всем пока.